Средняя школа номер 11 станицы Григорьевской функционирует с 1987 года. Но кардинально внешний вид и условия в здании начали меняться только за последние несколько лет. Ежегодно из районного бюджета выделяют финансы для решения насущных проблем. Заменили крышу, недавно отремонтировали входные козырьки. Повредил снег. Глава района Андрей Дорошевский осмотрел очередной завершившийся этап ремонтных работ. В здании заменили оконные блоки и напольное покрытие на двух этажах. Вместо старого огнеопасного теперь плитка. Обновили санитарные комнаты, установили перегородки и новую сантехнику. Кроме того, в школе стало теплее. В здании школы располагается и детский сад. Небольшой, но местным жителям уже не приходится возить детвору в соседний населенный пункт. Здесь тоже тепло и уютно, но есть проблема. Требуется замена напольного покрытия во всех помещениях и ремонт входной зоны. Глава района дал поручение подготовить проектно-сметную документацию для скорейшего осуществления этих работ. А вот в лицее поселка Афипский детвора в этом году наслаждается совершенно иными условиями учебы и досуга. Открывшийся блок начального образования на 400 мест, возведенный по нацпроекту, стал большим подарком для ютившихся в старом небольшом здании школьников и педагогов. Глава района осмотрела новые помещения. Здесь 16 учебных классов, оборудованных по последнему слову техники. Есть и меловые доски, но чудом называют интерактивные. Помимо этого мы с вами можем сразу выходить с компьютера сюда. Что хорошо, особенно в начальной школе, мы очень благодарны за документкамеру, когда учитель может напрямую начать работать и писать. Я взяла первый попавшийся лист, и вот тут уже учитель показывает, как правильно сделать за ручкой, все выводится на экран, сколько клеточек отступить, как букву написать правильно. Здесь уже ребята видят правильное движение руки, чтобы. Помимо классных комнат есть медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, игровые комнаты, актовый и читальный зал и, конечно, большой спортивный зал с раздевалками и душевыми. На вопрос, как живется ребятам в таких условиях, однозначный ответ. В восторге от условий труда и персонал столовой. Удобно, оборудование современное. Работается, вот просто идешь на работу с улыбкой, хочется работать, потому что приятно работать. В Северском районе будут строиться новые образовательные учреждения. В том числе запланировано дальнейшее строительство и в стремительно разрастающемся поселке Афипский.